Всем привет! Резко начался дождь у нас. Такой сильный. 6 градом. Только была погода такая хорошая. И на тебе. А мы еще сегодня хотели ехать на природу. Может, и хорошо, что отменилось у нас. Ой, молния. За 5 минут на дорогах такие лужи образовались. Вот машины вдалеке едут, все лужи там. Шестой час вечера. Вот как резко начался, так резко и прекратился. Прошло всего полчаса, и вновь начался дождь. Ой, как молния сверкнула, я прям испугалась. У меня здесь вот глоксини зацвели. Вот какая красота. Сколько бутончиков. О, сколько здесь много вон бутончиков. Здесь уже вот этот отцветает скоро. И здесь вот еще у меня маленький. Думала, посадила, думаю, кому-нибудь подарю. Здесь вот тоже бутончики, здесь вот. Вот, вот здесь набирает вот. Вот-вот. Вот такая красота у меня здесь. Розовый тоже у меня был. Но я нечаянно его выбросила. Я, когда завела эти цветы, не знала, что они, оказывается, на зиму-то. Клубень надо убирать просто в темное место. Я думала, он у меня засох. Пропал. И взяла, выбросила. Розовый такой был. Вот надо мне знакомый, который мне это давала, спросить еще раз. Розовый цвет. Вот так вот опять молния сверкает. Дождь снова силой. Еще такая вот красота у меня здесь стоит. Я их макушки обрываю, чтобы пушистая была. Формирую шапку такую. Ой, ливанул. Ливанул опять. Сильно-сильно. Вот так вот. Thank you.
Вчера купила два арбуза. Один вот разрезали, красный, сладкий-сладкий. Один вот здесь у меня на полу пока лежит. Места некуда. В холодильнике места нету. Сейчас освободится, сегодня подъедим этот арбуз. Этот уже положу в холодильник. Надеюсь, он тоже такой же сладенький. Этот вообще он. Половину уже съели. Сладкий-сладкий. Арбузы в цене начали падать. 28 рублей килограмм я купила. До этого я брала по 33. Вот. Потихоньку цена падает на арбузы. Дождь еще сильнее. А мы завтра хотели на природу ехать. Сегодня отменили. Хотели завтра или в Красноусольск, или в Нарыстау съездить. Не знаю, наверное. На Рыстау точно не получится, потому что там нужно ехать по проселочной дороге. Она, наверное, вся уже промочила, короче, дорогу. А вот Красноусольск-то еще можно, там асфальт. Посмотрим, как будет завтра. У нас дождь прекратился, но небо какое черное стало. Это где-то вот там идет такой сильный-сильный дождь. Пока у нас шел дождь, небо было чистое. Дождь ушел, ох, там вот чернота, чернота. Льет, наверное, как из ведра в той части. Да. Погода резко-резко у нас испортилась. Вон же, ох, все небо черное. Вот туда вся чернота ушла. О, льет сейчас там у них. Как у нас было. Это в сторону Салавата и Шимбая. В ту сторону дождь ушел. На обед сегодня запекла вот так овощи с филе грудки. Что у меня здесь? Морковь, перец болгарский, кабачок, филе куриное, баклажан один и капуста. Соль, перец. И залила я сливками. Вот такое вот получилось у меня. Быстренько, быстренько. Быстрое блюдо. И полезное. Всем приятного аппетита. Еще вот такие печенье испекла я, ппшные. Здесь у меня банан, овсяные хлопья и изюм. Все это перемешала и на 15 минут при 180 градусов в духовку. И быстро, и вкусно, и полезно. Сегодня весь день провозилась я на кухне, отдыхала, вот весь мой отдых. Уже вечер, все. Надо прекращать все эти дела. На кухне никогда работа не кончится. Пойду отдыхать. Всем пока. До скорых встреч.